Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я в лесу. Приехал вот пособирать маслята. И вот такое чудо природы увидел. Смотрите. Пижма. Лечебная травка. Столько ее здесь много. Целая поляна. Такая вот она. Такая красота. Чудесно. Можно заготавливать даже ее. Ну ладно, друзья мои. Полюбовались мы этой красотою и поедем, забираем грибочки. А вот и первые грибочки маслята. Прошло 2 дня, как я здесь был. Вот они подрастают. Будем собирать. Вот они в травке растут. У нас. Все вот срезал. Но уже попадаются некачественные. Как они быстро портятся. Сейчас посмотрим эти. Срежу, покажу вам. Ну, в общем-то, неплохо. Один тут убракованный. Вот этот большой вот. А эти берем. Отличные грибочки. Мне вот нравится в травке собирать. Вот такой зеленый. На них меньше мусора. Их чистить хорошо будет. Сейчас посмотрим, какие они. Ну вот. Посмотрите, какие красавчики. Жарко. Поехал в обед, но хорошо, что вот ветерок обдувает. Ветер вот только стих и снова порывы. Посмотрите, какая красота у нас. Наша природа. Небо такое голубое. Вот какие красавчики стоят. Уверен, что они будут чистенькие. И вон еще один. Вот он. Вот она. А вот и рыжики. Первые пошли. Наши грибочки. Какая-то форма у них интересная. Но только-только они начинают. Значит, скоро пойдут. Приятная находочка. Будем ждать. И собирать рыжики. Вот видите, как они под елочкой спрятались. Вот такие вот грибочки. Там и вдали маленькие. Сейчас посмотрим их. Такие.
замаскировались. Думали, их не увидишь. Ну, два грибочка можно взять. Большой сейчас еще посмотрю, разрежу. А эти вот все. Уже. А тут даже срезать не буду. Смысла нету. Вот какую стайку нашел. Раз, два, три, четыре, пять. И 6. Так они растут в травке. Сейчас посмотрим, какие вы есть. Ну, в общем-то, неплохие. Вот большие — это сразу на жареху жарить с картошечкой, а маленькие мариновать. Этот плохой. Тут тоже не особо. Такая наша природа. Полюбуйтесь, а то солнышко у нас не было. Как-то маленько мгла стояла. А сейчас вот так вот. Вот такие крепыши стоят. Вот, а. И вон там вдали она. Сейчас я их покажу. Эти срежу, заберем. Пойдем к тем. Вот такие грибочки в травке. Тут вот, а. Вот, замаскировались под травою. Сейчас пособираем. Посмотрим, какие они. Ну, вот такой у нас улов на тихой охоте. Ну, вот быстро они отходят. Вот же недавно только собирал, даже не глядел. Все подряд брал. Все чистые были. Вот. Уже откидываю. Стоит жара. Хотя идут ливни. Сегодня ночью такой ливень был. Ну. Они, конечно, будут. Они потом в лесах пойдут. В больших. Они так до осени. Вот самые, мы любим самые первые. Вот такие они. Вот, друзья мои, мое ведерочко полное, а они попадаются. Это всегда так. Когда наберешь, их много. И в общем попадаются такие хорошенькие. Ну, сейчас едем домой. Оставайтесь со мной, друзья мои. Домой приеду. Будем чистить их, мариновать. Покажу я вам этот процесс. Неохота уезжать. Хорошо прям на природе. Ну, жарко. Жара за 30, наверное. Печет солнышко. Ну, пока. Приедем домой. Снова встретимся. Вот, друзья мои. Я дома. Почистили мы маслята. Сейчас помоем. И будем варить. Готовить. Мариновать. Вот эти вот большенькие, которые сейчас поджарим. В
Вот варим наши маслята в двух мисках, в одной, в другой, крупные баночки стерилизуются. Процесс пошел. Заготовка наша на зиму. Работа идет. Вот, друзья мои, наши маринованные маслята с перчиком, с гвоздикой, наши заготовочки на зиму. Спасибо, друзья мои, что были со мной. Собирали мы грибы, погуляли по лесу. Вот сделали заготовочки. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.